Я всегда тяготела, конечно же, к русскому року. Если говорить про какую-то точку отсчета в русской музыке, то это не популярная эстрада, это вообще не эстрада. Это Цой, это Гребенщиков, это Майк Науменко, это Толя Крупнов и очень много людей именно вот в этом жанре. Песни, которые я пишу, они намного мелодичнее, чем подразумевает жанр, в котором я существую. Это не рок-н-ролл в чистом виде, никак. И в какой-то момент я просто себе в этом призналась. Я поняла, что рок-н-ролл — это не стиль музыки в данном случае для меня, а это стиль жизни. Что касается русского рока, то он, мне кажется, он в принципе загнулся, потому что ничего не происходит. Есть те самые имена, которые есть. Есть тот же Сукачев, есть тот же Гребенщиков, есть Костя Кинчев. Вот есть те люди, столпы, о которых, в принципе, уже даже, ну, на мой взгляд, неприлично говорить. Вот они есть и все. Ну а где же вот эта молодежь? Где-то есть корабли.